месте. Эту энграмму можно расшифровать, только показав ее Распутину. Для этого мне придется установить суперключ в его сеть. Чатик включен. Я нашла терминал, который напрямую ведет к его центральному процессору. Только мне чатик нужно, молчит. Чтобы вы загрузили суперключ. Да, похрен. Главное, чтобы... Это нам щит поставили. Ну ладно, говорили. Вообще классно. Таким щитом даже, так сказать, одно место не подтереть. Угу. Я думаю, это копье, оно светилось так сексуально. Такое, ой, ну ладно. Это башенка. Да, теперь, блядь, на нас улей загрелся. Ой. Ну, ой. Ну ничего, ты на машинке. Ты на бибике. Тебя можно. Ты всех делаешь, я верю в тебя. Все, опять чатик смерти. Рыб. Смерть. Ау. Слышь. Я. Если ты не знал. А что писать, внимательные зрители? Но лучше общаться. Кабал пытаются захватить Распутина. А, ниже, да. Они повредили линии, ведущие к терминалам. Надо общаться. Внимательно это, конечно, но общаться-то лучше. Угу. Привет, Кусь. Здравствуй. Ой. Дал, что могу. Аля какой. Загрузка завершена. Теперь мы сможем поговорить с Распутиным и узнать, что внутри. Поговорить с Распутиным. Погоди, к нам что-то приближается. О. Оп. Опа. Защитить Распутина. Сука, защищаем. Сзади. Дал, что могу. Моё. Да я и не пытался здесь. У меня лук есть. И у меня нормуль. Ну и нормально. Видишь как, у всех все нормально, значит нормально. Что-то я понял, что оттуда там ни хрена не видно. Поэтому я, пожалуй, встану. Да. Стоять на месте нахрен. Да вот. Да, он еще одно копье. Слева. О. У меня есть пихия. Ай, блин, ну ладно. А то я думал, это я такой Джордан. Типа с одного попадания, да? Ну я туда как бы гранату кинул. Она вроде как попала, ну визуально. И он взорвался, и такой, ну ладно. Терминал. Загрузите суперключ, и мы сможем расшифровать энграмму. Доверяю тебе очень важную миссию. Стой там. Я сам все сделаю. Что я там говорю? Это? Подожди, подожди. Не говори. Я хочу сама это увидеть. Давай, давай, я тоже хочу увидеть. О, и килл, ебать! Да. Да, дробовик. Это револьвер. Не, ну дробовик. Ну ты как сделал? Вот. Еще выезжается, вообще можно так сделать. А он тут уже бегает. Не ожидал. Я запрограммировал. Что Максим умнее. О! Что-то я сам, блядь, здесь. Я учу его первым словам, а остальному он сам. Опа! И это дар. Спасибо. А. Блин, а я не помню, что это дает. Новый рассвет модуль. Блин, я не помню, на какое-то оружие это контракт. О, ну, не контракт, а вот эта вся херня. На дробовик. Нет. Да? Там на какое-то другое оружие, блин, я не помню. Ну,
видосик. Я даже музыку включу. Шо, слышь? Пистюк. Мне просто интересно, сколько в один видеомомент, да. Ну вот, вот в эту да. кат-сцену, вложено денег? Да же пиздец. Это обычные графики, если бы это были там реальные съемки, то да. Даже на обычную графику до хера денег ходит. Понятно, это, короче, девочка. Тупо девочка. Мертвая сестра им управляет. Ну. Оглянись. Опа! Ну. Взгляни по круг, оглянись назад. Ой, здрасте. Фунь. Мы ступили на территорию механика. Вообще плевать. Это не просто очередное имя из списка. Да механик ладно. Правая рука фанатика. И в ее распоряжении целый арсенал похищенной техники. Техника людей, пробудившихся, падших, кабал. Все, до чего ты могут боишься, ее лапой. Ты что боишься? Ты не сражаешься. Что ты вообще напрягаешься? Сиди там спокойно. Чпуньк. Этот танк был собран в городе. Надо признать, все работает за вычетом самого важного. Турели и навигационного модуля. Но мы же на свалке. Я обнаружил вообще подходящие запчасти. Да в смысле, блять? Я сказал, подожди, меня взяло это... Я жду. Я тупо вырезаю этих. И при этом у меня присоединение к союзникам. Ждет он меня. Жизнь сильно потрепала эту турель. Но я заставлю ее работать. Что-то я бежать быстро не могу. Ну-ка попробуй с нее пострелять. Я могу уебать. А ты, я думал, сейчас как будет стрелять. Отягощение. Ау, ау, ау. Турели работают. Достань навигационный модуль. Я тебя прикрою. О! Че? Он мне типа прикрывать станка будет. Ну, разместить. О! Навигационный модуль установлен. Карета подана. Понял, да? Через этот энергетический барьер не пробьешься силой. Давай поищем да, источник ну... питания. Ты кому это говоришь? Я, по-моему, ну... всю игру так прошел. Проложить путь. Вообще. Иди. Я тебя прикрою. Ся прикрой. Че, у меня такого прикрытия будет только хуже.
я их там сверху не вижу. Ну, я и не удивлен. А, не, могу. По кому-то попадаю. Даже... А, я понял. Тут консолька. Хуйк. Я заметил, в следующий раз я тебя также буду ждать. С темным эфиром. Его хватит на целую. Ну, я тебя вообще-то подождал здесь. Угу. Дом. Ой, ходок. Ау, меня аж откинуло чуть-чуть. Такси, не? Механик годами разбойничала по шуга. Эту сторону Юпитера. То, что она не поставляет другим баронам, она хранит у себя. Ну езжай давай. Ты мне что-то пистил. Просто один выстрел, босика нет. А чё, типа все? На танке не погонять? Я, блядь, заеду, сука, сюда. Бибип, мазафака. Бибип, блядь. Как умирает Кейт. Ну, жалко вылезти из танка. Презренные бароны всегда стоят друг за друга. Ты разобщаешь нас. Но тебе нас не сломить. Уже шестеро есть, там некого ломать. Ой, здрасте. Не вовремя, да, наверное. Дай мне ее голову. Здрасте, блядь. Ладно. Да, ребятки, вам ракетка. Ой. Да. Как там? Я вас не сломить? Время. Презренные бароны всегда стоят друг за друга. Да-да-да-да. Да. Дед, я уже слышал эту песню. Еще один. О. Затем Ульдран. О, да, до последнего держится. Чего до последнего держусь? Да не. Чего да не? Да не. Ты заебал. Что ты знаешь, чего я не знаю? Опа! Дальше тебе не пройти. Хорошо, я пойду вместо тебя. Я знаю лишь, что здесь живет тьма, смерть. Ты не из эфира, тебя нельзя вернуть. Неважно. Да, отец, мы будем служить и ждать возвращения. Ступай, вдохновляй, отомсти за убитых друзей. Не отомстит. Да?
Да, мне кажется, он с друзьями там сейчас поедет бухать. Встретится, да. Нет места страху, милый брат. Ну, я не сказал, что он милый. Не боюсь. Я знаю. Но он чем-то захвачен. Вот такие ребята были милые в 2014-м, когда Эмма Ри вот эти вот все были. Еще он очень... Кто, в смысле, кто? Эмма? Эмма Ри, да. Ну, челкастые такие... люди, которые резали себе вены. Эмо! Да. Эмо? Да, да, да. Готы, да? Ну, готы они были... Скажем так, у них своя там... Не вообще, это не 2014, а раньше намного. Ну, 2008 где-то там, 2009. Блядь. 2008, 2014, прям, бля, пиздец, разницы нету. Но на самом деле, я помню свой 2014, там они еще были. Ну, мало. Ну, мало, но были. Ну, блин, это те остались, кто именно вот жил этим. Жить а нет, Эмма? То, что это... Нет, ну, ну как? Это выражение такое. А не то, что популярное это было и все остальное. Вообще, вот такие вот мальчики, как вот он, очень были популярны педофилов. Прошу, братец, пройди со мной сквозь ад в последний раз. В ад с ней в последний раз. Даже рай может быть клеткой, если из него нет выхода. Освободи нас. Так вот. Чего знаешь ты, чего не знаю я? Не знаю. Блядь, Питер, тебе реально сложно сказать. Да, я. Подходим к смотровой башне с земли. Я зайду с воздуха. А может, не надо с воздуха? О! Да ну! Ходок за нас! Нормально. О, метка стрелок выполнена. А у тебя что, ты его до абсолюта апнул, что ли, пистолет? Он мне и так апнулся, абсолютно. А тебе такой выпал? Да. Блядь, присоединение к союзникам. А тебе что, не абсолют дропнулся? Нет. Ай, дружище, всё. Релакс. Релакс. Да. Просто возьми и закрой свой рот, и умри спокойно. Ой, мне прям сейчас будет так хорошо. Да, отлично. Каникс. Рексисман. Рексисман. Рексишман. Раздес. Хайрекс. О, я уже помню это. Любую цену, чтобы ты погибла на моих глазах. Дружище, не надо ничего платить. Хотя можешь душу продать. Но это так, на крайний случай. Я не думаю, что сработает. Ой. 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 Презренный. Вообще. Вечный. Угу. Я заметил. Ну да. Один раз к вам сходил и все. Мы сделали это. Стоять. Имя. История? Нет, просто осмотреть. А. Ни одна живая душа не появлялась здесь с тех пор, как королева заперла двери. Да похер вообще. Это устройство для коммуникации. А, вот. Но координаты, по которым оно посылает сигнал, не должны существовать. Двигайся.
Я доберусь к тебе, как смогу. Высшие измерения. Открой дверь, братец. Открой дверь. Открой, блядь. Сука. Пацаны, здорово! Но... Сейчас я тебя освобожу, выйди. Сейчас так освободим, да? Ну да. Пуля в лоб, и ты свободна. Ау. Освободи меня, о брат мой! О брат мой! Нет, нет, нет! Что-то не так! Да ну! Что? Я иду помогать, братиш. Не ссы, я с тобой. Я тебе еще сейчас и сестренку помогу твою спасти. И за Кейта 6 скажу спасибо и привет. Сейчас снайперку расчехлю. На. Ой. Блядь. Ух. Глаза аж чёрные. Вообще. Ну, это темнота его, типа, засосала. Ты не понимаешь, какое счастье быть моим избранным. Ты держишь в руках плоть Бога. Ты лишь в одном шаге от нашего спасения. Только свет и тьма вместе смогут открыть для меня путь в твой мир. Вот так. Продолжай. Освободи меня! Сейчас я прибегаю к голову ему. Патрончик. Mm-hmm. И все. Спасибо. Угу. Ой, а парнишка-то... А, нет. Я думал, что его потерял. Ну, ты видишь, он нормально стал. Жалкий глупец. Спасибо. Сейчас задушит. О, один так. Братиш. Во! Вот револьвер ты правильно выкинул, да? Пока-пока. Вот ему вообще выбор не дали. Либо в попу раз, либо в попу раз. Он все не такие женщины сначала привлекает, а потом засасывает. Победить химеру. Да как два пальца об асфальт. Чихонько, чихонько, чихонько. Я. А, другое измерение. А, нормально. Окей, погнали. Раз, два, три. И давай вот так вот. Опа, и хорошо. Раз, три. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, больно. Туда наступать нельзя. Да какого меня хрена откидывает? Здорово!
снайперка. Лови плюшечку. Я. А ну нахуй. Да, у нее неуязвимость. Я вижу. Я из-за этого и стреляю по шарикам. Все. Лови вкусняшку. А? Нет. Че нет? Неуязвима она. А. Телепорт. Здорово. Я. Не надо меня поджигать. О. Меня радует, как звуки здесь распространяются. Угу. Слышишь? Угу. Кинул гад. Ай-яй-яй-яй. Да ты дурачок, что ли, нахрен? Я думал, тут там запульнул, ходить можно. Да запульнуть-то ладно, я думал, там ходить можно, блин. Там не видно, где он ходит. Он по этой херне, блин. Есть. Идет. Лови вкусняшечку. Блять. Нямка. Да ладно, Ульдер, что ты там орешь, да? У тебя как бы выхода нету. Ну да. Все? Ну да. Анальная кара это вещь такая, конечно, да. Что? Тоже здесь синяя точка? Я. Да. Вот он. Вот, давай сюда. Весь покоцанный. Блин, Ульдеран, ты, блин, руки свои мой? Да. Хотя там мысли уже нечего. Шта! О, Ульдеран. Ты ли это? А, вот прям точь-в-точь, как я представлял себе анальную кару. Нагинайся. Поздравляю. Завоевал? Угу, у меня тоже. Завоевал? А, сказала завоевала. А, сказал он завоевала. Сестра? Она мертва, Ультрон. А будь жива... Мы бы ее убили. Это бы все здорово упростило. Но. Хотя нет. Сначала трахнули, а потом вы... Значит... Убили, решили, да. Свести счеты? Угу. Погоди, только не так. Посмотри, он сломлен. Несмотря на все, что он сделал, мы можем просто... Ты понятия не имеешь, что он сделал. Будь Кейт здесь, я знаю, что бы он сделал, Страж. А ты? Да. Анальная кара! Сделал знаменитый Кейт 6. Ты держишь его оружие. Значит, за тобой последнее слово. Все, что я делал только ради нее. И как она тебя? Угу. Забавно. О, что свет и тьма. Интересно, там будет выбор? Тонкая грань. Герми, когда видосы по ДЦП. Игорь, отстаняй. Когда будут, тогда будут. Сам попробуй отсмотреть 260 гигабайт материала, я посмотрю на тебя. И отмонтировать их. Отъебать или убить. Ну, выбора здесь нет. Ну не, нахрен. Надо было ноги прострелить и это и в камеру посадить. Ну. А может так и сделали, откуда мы знаем? Отъебать или убить? Во, видишь? Игорь в том же направлении думает.
Я говорю, анальную кару 100%. Вот. Один на 500, другой на 500. Смотри, чекай. Даже со... У тебя получилось. Туз теперь твой. Ебой, видал? Туз дали? Теперь Кей мой. Тоже был бы рад. Вот. Но туз... Только разведчика. Туз в плохом состоянии. Система автоспуска. Я не видел его таким ржавым с тех пор. С тех пор. Нет, не помню. Ладно. Пробуем. В тайниках у Кейда должны были остаться запчасти. Теперь они по праву твои. Найс. Отыщи их и принеси мне детали. Туз еще скажет свое слово. Все, погнали нахуй. Одевайте. Ну. Так, ладно. Ребятушки. Вы мои золотые. Стрим, да. Да. Все. Пожалуйста, сегодня закончен стрим. С вами был Гермия и Лапси. И в конце пришел вирус. Да. Вот. Он сказать, правда, ничего не сможет, потому что мы ему рот зашили. Хуй. Так, давай, прощайся. Да, что ж, всем пока. Увидимся, когда увидимся. Да, всем пока-пока.